Ну не хотите, не хотите мою пьесу, давайте свою. Нет. Ну, все-таки, Аркан, у тебя все здесь идет все-таки в ключе ретро, поэтому уж ты, раз ты начал читать то, что у нас 42 года назад было написано друг на друга, и мы тоже окунемся в небольшую ретроспективу наших отношений. Когда-то, когда были молодые, в Москве было очень много всяких, знаете, театральных капустников, обозрений при домах интеллигенции. Были такие дома интеллигенции. Вот. И в Центральном доме актера мы очень много шутили, делали обозрения, программы. И вот, чтобы напомнить Арканову молодость, вот, мы сыграем одну. Вообще, когда занимаешься пародией, шуткой, эпиграммой, то всегда говорят, вы про то, все про то, по другое, про то. А про себя-то что? Чтобы, не дай бог, не подумали, что мы лишены самокритики, мы сейчас с Михаилом Михайловичем сыграем пародию про самих себя, про театр. Если вы когда-нибудь приходите в драматический театр, вряд ли вас можно увидеть на этом спектакле еще раз. Это крайне болезненное явление, но напрасно. Спектакль — это незафиксированная кинопленка, это живой организм, он раз от раза крепнет, набирает соки. Вот, и проследить этот рост очень интересно. Чтобы вы не ходили и не мучились, мы сейчас все здесь вам сыграем. Первый раз сыграем сцену так, как она выглядит на премьере. Ну, сами придумаем сцену. Ну, два научных работника встречаются в институте, спорят, ссорятся, такая сцена. Первый раз играем для вас, если ты помнишь, премьерный вариант. Что такое премьера для актеров? Это ведь сумасшедший дом. Первый зритель, первый раз произносишь текст, туман в глазах, дрожь в коленках. Ну, жуть. Итак, премьера. Ну как мое выступление на симпозиуме? Ты вчера, о! Такого нарагара, такого нарагара, такого нарагара! Такого нарагородил, о! На симпозиуме. Тебе что, не понравилось? Нет. Давай поспорим, давай. Я люблю драку. А я тебе отвечу в нашей многотиражке. О! В науке не надо гнушаться малым. Кстати, мой портретик напечатали в многотиражке. Посмотрим. Хороший. А Диде, что с речью? А девушки склонятся над фотографией. Какие бывают Диде? Караковые, мухорты и гнедые. Папа. Пойдем пи-пи-пи. Пойдем пивка Жигулевского. Ну вот. Ну.
Время идет, все успокаивается, становится на свои места. И вот как эта самая сцена выглядит там через 2-3 года на рядовом, спокойном, очередном, ну, по счету, как бы там 350-м спектакле. Как? Мое выступление на симпозиуме. Ой, смотри, народец какой-то подсобрался. Ага. Старье, смотри. Как мое выступление на симпозиуме. Магнитные волны, что сегодня буря, я не читал. Голова как чугун, с утра вышел. Как мое выступление. Не могу просто, зеваю и зеваю, прям кошмар. Симпозиуме. И глаза тяжелые очень, глаза. Как выступление. Ой, прямо пасть порвал, честное слово. Последний раз спрашиваю, как мое выступление на симпозиуме. Что там курлычешь-то? Тебе что, не понравилось? Давай поспорим. Это я говорю. Ну, говори ты, какая. Мой портретик напечатали в многотиражке. А, что это, семечки, да? Да. Хорошо выглядишь под шелухой. А девушки склоняются на фотографии. Какие бывают девушки, а? Ой, смотри, вон в восьмом ряду кукую. Лопаньку. Все, работаем, ладно, работаем. Ну, работаем. Ну что, может, по чашечке кофе? Слушай, анекдот мне рассказали сейчас там, я обалдею, упадет. Это старый. С тобой хоть на сцену не уходи. Все он знает. Играть неудобно. Потом. В жизни спектакль бывает такой трагический момент. К счастью, друзья, это бывает раз в году, когда приходится играть спектакль вечером 31 декабря. Представляете, это большой спектакль, по регламенту кончать где-то там где-то без 20-12. В упор к встрече Нового года. Вот как эта сцена выглядит вечером 31 декабря. Самое трагическое, что может случиться в жизни актеров, спектакля и театра, когда приходится играть спектакль утром 1 января. Вот как приблизительно выглядит эта сцена в 11 утра на утреннике 1 января. Ну ты вчера такого нагородил на симпозиуме. Я тебе отвечу, я тебе такой эпиграф поставлю. И спал. Боря. С ума сошел, народ в зале. Что ты? Потом разберемся. Ну шо, Боря? Боря, играй, народ в зале. Ну что, Боря? Боря, играй, будет скандал, пахнет жареным. Ну что, Боря? Боря,
Играй, Боря. Ну, что я как попугай? Ну, что, Боря? Ну, не надо, Боря. А, слушай, мне вроде там сейчас говорили, что твой портрет напечатали в многодеражке. Напечатали или не напечатали? Не надо, Боря. Ой, смотри, напечатали. Немножко портретик приукрасили. Приукрашен у нас портрет? Не надо, Боря. А девушки, Боря, склоняться над фотографией. Какие бывают девушки в нашем номере? Куда, Боря? Сорвешься, Боря. Ой, вот и умница, вот и сыграл. Поем сейчас пивка жигу. У-у-у.